Всем привет! Меня зовут Ирина. Я хочу оставить видеоотзыв о посещении стоматологии «Все свои» на Пролетарской. Вообще, с самого детства очень сильно боюсь зубных врачей до такой степени, что могу записаться на прием и не пойти. То есть оттягиваю до последнего. Тут я попала на прием к терапевту Богдану. И хочу сказать, что это первый врач, который показал, что можно вылечить зуб без боли, без страха. И вот такое настолько чуткое, трепетное отношение к пациенту, что в какой-то момент я вообще забыла, что надо сидеть, трястись, бояться. Действительно горит своим делом и помогает вот по максимуму пациенту. Вообще хочу сказать, что у меня такие хорошие положительные эмоции не только о враче, но и вообще о всей клинике. Очень хорошие девочки на ресепшене. Вообще так уютно, по-человечески относятся. Вот, поэтому я уже записалась на следующий прием. Приду обязательно, уже без страха и с хорошим настроением.